На полигоне «Казачий» в рамках подготовки к армейским международным играм 2019 севастопольские военнослужащие приняли участие в конкурсе «Чистое небо». Это первый отборочный этап, в котором соревновались 39 человек. Представители армейского корпуса Черноморского флота, подразделений зенитно-ракетного полка, бригады противовоздушной обороны сдавали нормативы по стрельбе из противозенитного ракетного комплекса, выполняли стрелковые упражнения из автомата Калашникова и бронетранспортера. Военные на время соревновались в посадке, высадке из бронемашин и маскировке БТРов. Кроме того, участники упражнялись на психологическом тренажере, выполнили стрельбу из зенитно-ракетного комплекса «Игла» по условному противнику в воздухе. Конкурсы, они уже ходят традиционно в нашу боевую подготовку, и они проводятся поэтапно. Первый этап конкурса среди подразделений вооруженных переносными зенитно-ракетными комплексами он проводится в соединениях воинских частях. Второй этап проводится, соответственно, в объединениях. Выбирается лучшее отделение по итогам соревнований, и эти отделения соревнуются в объединениях. Соревнования продлятся 2 дня. Судьи оценят специальную тактическую, огневую, инженерную и физическую подготовку военнослужащих. Лучший взвод в составе 16 человек представит Севастополь на третьем этапе соревнований на полигоне Ейский в Краснодарском крае.